Матвей, пора вставать. В школу сегодня идем. Первый раз в школу. Событие волнительное. Волнуются и первоклассники, и их родители, и учителя. Каждое 1 сентября в Новосибирске – это новый рекорд. Я никогда не видел столько много первоклассников в одном месте. Это я вам честно говорю. Первый звонок! Самое 1 сентября! Первого учебного года! Новосибирск за последние 4 года вырос. И уже официально город не полуторамиллионный. Число жителей больше 1 600 000 человек. Не только рождаемость растет в Новосибирск. Едут из других городов. Едут учиться, работать, жить. Новосибирск дает людям новые возможности. Новосибирск за свои 125 привык к рекордам. Самое большое театральное здание, самая длинная прямая улица, самый быстро растущий город. На рекордное количество школьников Новосибирск отвечает рекордными темпами строительства. За 4 года возвели и отремонтировали 6 школ. Школа мне очень понравилась, очень-очень. Все красиво, светлые эти кабинеты. Но я в восторге от того, что вот такую школу сумели выстроить. И на сегодняшний день мы видим, какими темпами, начиная вот с нашей школы, 212-й школы, началось строительство. В Новосибирске делают все, чтобы школьникам хватало места. В Октябрьском районе, не прерывая обучение по соседству со старым зданием, возвели новое. Более 17 000 квадратных метров. 2 спортивных зала, секция самбо, собственный стадион с хоккейной коробкой, беговыми дорожками и тренажерной площадкой. Уникальный проект. Второй такой школы нет. Чтобы обойти все здание, нужно не менее 1,5 часов. По современным требованиям, это, в принципе, школы должны быть такими светлыми, большими, просторными, чтобы ребенок мог себя найти в том деле, в котором он успешен. Вот эта школа, она позволит ребенку найти себя в школе и потом в жизни. Обучение в одну смену. После уроков дополнительные занятия, секции, кружки. В школах самое современное оборудование и молодые педагоги. Кадровый вопрос в образовании для города столь же важен, как и строительство новых школ. В Новосибирске всегда это была одна из приоритетных задач развития системы образования. В последнее время радует то, что начала оказываться такая конкретизированная целевая помощь образовательным организациям. Развитие социальной инфраструктуры для города – один из 3 приоритетов. Для строительства школ в Новосибирске заручились поддержкой федерального центра и местных застройщиков. В быстрорастущих микрорайонах коммерческие компании по договоренности с муниципалитетом начали возводить социальные объекты за собственный счет. Привлекательность жилья увеличивается, а городу такой подход позволил стать участником государственной программы строительства школ. Новосибирск не раз демонстрировал Москве умение быстро и качественно решать задачи. Так в городе успешно выполнили программу строительства детских садов. За 4 года капитально отремонтировали и возвели заново 28 зданий. Город выполнил указ президента, обеспечив детей от 3 до 7 лет местами в детских садах. Я отец 2 детей. Что старшего, по достижению определенного возраста, я получил путевку. Младший ребенок у меня пошел в ясельную группу, то есть даже раньше. Сама услуга предоставления детского сада уже вышла на тот уровень, что родителей даже обзванивают и приглашают для получения путевки. Там, где строить детские сады уже негде, применяют нестандартный подход. В систему дошкольного образования возвращают ранее утраченные здания. И строительство продолжается, ведь детей с каждым годом в Новосибирске все больше. Запрос новосибирцев определяет направление развития города. К примеру, дороги и общественный транспорт. Важнейший приоритет.
За 4 года в Новосибирске сдали Бугринский мост, развязку Советского шоссе с выездом на улицу Петухова, новый участок дороги по улице Объединения. Расширено Мочищенское шоссе. Новосибирцы активно участвуют в голосовании «Выбери дорогу для ремонта» и сами решают, какие участки дорог обновят в первую очередь. В 2017 году Новосибирск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». На обновление аварийных участков магистрали выделяют беспрецедентную сумму – больше 1 миллиарда рублей. Подрядчики отремонтировали в общей сложности 20 километров дорог и устранили 15 очагов аварийности. Причем все это не перекрывая движение по улицам. В дневное время очень интенсивный поток людей и машин, как бы, поэтому стараемся больше работать в ночное время. Процесс не бросишь, как бы, это асфальт, то есть его начал, его надо закончить. Меньше стыков, меньше всяких соприкосновений. Технологии, да, сейчас вообще к этому очень серьезно относятся. Лаборатории, технадзоры приезжают, все замеряют, все уплотнение, уклоны, все соблюдается. Асфальтирование – только часть масштабной работы. На улицах устанавливают новые знаки, светофоры, камеры фото- и видеофиксации, ограждения. На дороге наносят пластиковую разметку. Кроме того, ремонтируют и прокладывают тротуары. Качество контролируют на всех этапах. Качество все-таки работ, ну, возрастает. Вот, асфальт лежит более долгое время, вот, и сохраняет свои свойства. В развитии общественного транспорта ставка на трамваи. Впервые за 3 десятилетия в Новосибирске проложили трамвайную ветку. 20 минут и пассажиры из спального микрорайона доедут до площади Маркса. Живем на чистой слободе. Добираться стараемся на трамвае, потому что это очень удобно сейчас. Даже в пробках не стоишь, получается, что быстрее добираешься на трамвае, чем на автобусах и на троллейбусах. В большом мегаполисе этот вид транспорта надо развивать, строить дороги, покупать новые трамваи. Трамваи не только покупают. За 4 года обновили 49 вагонов. В Новосибирске открыли совместное с белорусами производство. Предприятие «БКМ Сибирь» за год выпускает больше десятка трамваев. Завод «Белкоммунмаш» поставляет кузов. В Новосибирске делают электронную начинку. Оборудуют салон, затем ставят вагон на капитально отремонтированные тележки. Порядка где-то 138 вагонов уже требуют обновления парка. И работа тут не початый край. Мы уже готовы работать на полную силу. Новые технологии и в системе оплаты. Безналичный расчет за 4 года стал популярнее. У кондукторов муниципального транспорта теперь самые современные терминалы. Они даже банковские карты могут принимать для оплаты проезда. За этим будущее. В настоящем расчеты в транспорте стали как никогда прозрачны. Зафиксировалось, чек выходит. Все. Чтобы все видели, что да, мы вот они, работаем каждого же человека, мы сюда зафиксировали. Все, вот видно, сколько мы за смену привезли человека. Порядок начинается с аудита. За 4 года в Новосибирске детально обследовали все места отдыха. В результате город впервые в своей истории получил концепцию развития парков и скверов. Хотелось бы, конечно, чтобы в Новосибирске было больше вот таких мест, удобных для, и для прогулок, и для спортивных занятий, и для общения, в которых людям было бы комфортно. Для комфорта новосибирцев удалось отстоять Нарымский сквер. На месте котлована теперь новые деревья и благоустроенные дорожки. Сад Дзержинского после долгих лет запустения приведен в порядок. Центральная лестница отремонтирована. Аллеи заасфальтировали, установили лавочки и фонари. А в Заельцовском парке для активного отдыха сделали велосипедные дорожки. Съезды есть, и разъезды есть, развилки хорошие. В Заельцовский я приезжаю, я отдыхаю, ну, как-то вот душой и телом, как говорится. Накаталась на веле, я приехала, все, мои эмоции и положительные меня зарядили. В Бугринской роще благоустроили смотровую площадку. На обновленных аллеях теперь удобнее гулять и отдыхать, сидя на скамейках. Для детей сделали площадки – игровую и спортивную. Дети ходят сюда с удовольствием, играются. Наоборот, пошли во двор, нет, пошли вот в парк, все. То есть, что, ну, хорошо здесь. Стало намного лучше. Комфортно отдыхать теперь и в старейшем парке Новосибирска.
В Центральном не только пешеходные дорожки облагородили, сделали освещение, причем все коммуникации спрятали под землю, а вход впервые за многие годы удивляет лоском. Но главное, конечно, зелень. Старую кладбищенскую рощу наконец-то начали обновлять. Вот то, что сейчас началось в Центральном парке для города Новосибирска, это действительно беспрецедентный шаг. Потому что Новосибирск подобрался уже к такому возрасту, что реконструкция парков, она на самом деле существенная задача. Задача на уровне всего города. Реконструкция Центрального парка – лишь разминка. У города появилась возможность обновить набережную, о чем долго только мечтали. Над проектом реконструкции под патронажем столичного бюро «Стрелка» работают местные архитекторы и дизайнеры. Это не радикальное какое-то изменение, перекрой. Это просто тонкая подстройка того, что есть, сохранение того хорошего, что есть, и адаптация к современным запросам. Максимально сохранить озеленение, дополнить его и сделать комфортным пребывание на набережной. Задача непростая. Многое в этом проекте для Новосибирска впервые. Впервые на набережной делают ливневую канализацию, впервые используют крупноформатную плитку, впервые к общественному пространству применяют европейский подход. Вы знаете, у нас есть беда, когда глаз не отдыхает. То есть есть визуальная засоренность среды вообще городской. Ну и должны быть места, где мы должны от этого отдохнуть. Ярких деталей немного. Только краснолистные яблони и тактильная дорожка. Но впечатление от результатов реконструкции ярче некуда. Это совершенно иной вид зонирования, разделения потоков велосипедных, беговых, колясок. То, что убрали картинг, шашлычную и прочую студобу, это уже большой плюс для нашего города. И я уверен, что там что дальше будет еще лучше. Реконструкция набережной Новосибирск в очередной раз доказывает – наш город – рекордсмен. Всего 2,5 месяца, и парк у воды изменился кардинально. А преображение самого города за 4 предюбилейных года показывают, в Новосибирске умеют работать на результат. Новосибирск вообще превратился. Здорово причем. Прямо на глазах меняется все. Город свой люблю. Вот. Считаю, что город наш с годами становится все лучше. Это раньше было. Здесь вообще и дороги все убитые были, и дома несуразные стояли. Сейчас все улучшается, все делается, все облагораживается. И парки, и аллеи, все делается. Все для людей.